Ну что, бессмертные, погнали. Первый лед, говорят, наступил. Вот сейчас и посмотрим. В данный момент мы приобрели наконец-таки себе кевларового троса для нашего квадроцикла. Взял 150 метров, а на всякий случай пригодится. Сейчас не понадобится, потом как найдешь. Пришла зима, вот он и выпал снег. Искристый, белый, мокрый, тяжелый снег. Едем на рыбалку, в тайгу, пробуем на квадроцикле. Первый пошел, завелся, отправляется. Тихонечко. Вездеход при виде болота чего-то боялся. Мороз слабый, друзья, поэтому с конца отлавливает. Давай, давай. Чудеса какие-то. Вездеход проехал самую большую лужу, остановился, начали заводить, а он не заводится. Что случилось, сосед? Сломался? И опять походу сломался. Да, друзья, не везет нашему вездеходу. Сначала вроде бы предохранители. Два предохранителя сгоревших нашли. Но теперь аккумулятор сдох. Ну что, вперед на озеро, ставить жерлицы, проверять лед, а главное не провалиться. Будьте осторожны, тонкий лед всегда опасен. Погнали. Подъехали мы на озеро. Первые шаги. Ну что, пойдемте проверять наш лед сначала. Прежде чем бежать туда с жерлицами, надо сначала пойти посмотреть. Краю тонко, а там толсто. 3 сантима. 3 сантима? Матерь Божия, как он хрустит. Три сантиметра. Обалдеть. Ползком что ли будем ставить? Что, пешнёй пробиваешь насквозь? А? Пешнёй насквозь пробиваешь? Конечно. Ух! Глубина больше 2 метров. Ну чё? Чё? Берём жерлицы? Конечно. Вон там вставай машину, блядь. Чё, блядь? Там оттуда бегать что ли будем? Да возьмём волокушу, сразу притащим. Чё думаешь, здесь я нормально проеду? Понятно. Тут смотри, тычек нету, если за что цепляться. Перестань говорить глупости. Ладно. Я, если честно, по такому льду первый раз буду сейчас ходить. Вдвоем не собираться. Вдвоем не собираться, больше 2 не собираться. Так вот, друзья, любители рыболовы, мы выехали,
на наше озеро порыбачить. Ну как на наше? Обычное озеро. Ну не важно. Лед очень тонкий, 3 сантиметра, вот буквально сейчас проверили. Опасно, рискованно, глубина больше 3 метров. Лед трещит. Сейчас посмотрим, как Андрюха выставит пару штучек. И все. Вот, друзья, первый лед. Очень опасный. Только что друг купался. Побежали к машине. К машине поехали домой сушиться. Завтра приедем. Дубль 2 у нас, друзья. После небольшого, маленького, неприятного момента, когда провалились в прорубь, мы вернулись в избушку. Не стал я уже это все показывать. Вот, отогрелись, высушились, переоделись в другие сухие вещи и выехали на другое озеро. Приехали мы проверять на второе озеро лед. Чемка, у рыбака стырило живца. Все правильно. Вкусный окунь. Ну тут, смотри, даже не трещит под ногами. Тут уже смелее. День второй. Заход на лед. Сегодня было минус 7. Но он сегодня даже не трещит, слышишь? Вот сегодня уже можно спокойно. А вчера были... Рано мы открывали купальный сезон. Плавки вон там висят, сушатся. Ну что, все ставим смело. Он даже не трещит, да? Вот что значит одна ночь подождать. Ну здесь видишь, вот расстояние 1,5 метра. Где 1,5 метра? Отсюда, до сюда 2 метра. Что ты? 2,5 метра, а что ты хочешь? Ну ладно, клапочка. Тебя нужно допускать, наверное, хоть метр. Да. Вот здесь это она была. Вот тут он. Здесь это она была. Ты пешню на веревку привязал? А? Пешню на веревку привязал? Эту-то? Да. Да. Пытаемся вытащить лед на берег. Так куски приличные. Он просто был вчера рыхлый. Поэтому опасно был вчера лед. Он прогибался тут под нами. В общем, такой процесс. А что ты хочешь, потом на край подойти с удочкой или с того места? Конечно. Пускай сейчас она подмерзнет. Ага. Вторым. Примерзся. Это уже здорово. Ну вот, теперь смело и мы вышли на лед. Попробуем сейчас также продолбить пару штучек. Глубина 1,5 метра. Ну да. Смело. Первый живчик. Водяной. Дай нам рыбки. Крупный. На первый лед. Запускаем. И вперед. Здесь лед 5 сантиметров. А?
Здесь 5 сантиметров. Лед 5? Да. О-о-о. Андрюха. Тоже радует. Андрюха. Андрюха. Первая жерлица. Ну давай тащи. Утащи. Ну растащить растащила. Растащил? Нет. Сука, утащила. Тебе сюда что делать? Карлович. Друзья, на ваших глазах был поклёв. А? Отлично. Отлично, конечно. Только отвернулся. Ну, видишь, кушари утащила. И там ее слопала. Она была сразу подсекать, не давать ей тащить в кушари. Ничего страшного. Так, у нас сработала одна жерлица. Был пойман нами удар. Схватила хорошо, тащила активно. Дохленький, зачем мне дохленький? Мне живой нужен. Берем карасика. Я здесь никогда не ставил дальше, слышишь что? Ага. В сторону никогда не ставил. Я понял. Я вообще никогда тут не ставил. Ты на 2 метра ставишь? Так, делаем раз подмотку, два подмотку, три подмотку. Ну и давайте четвертую. Поляем жерлицу. Пошли дальше. Ну что, нашего друга, по-моему, поклевка. Я близко к тебе подходить не буду. Юх, что там за волна такая? Ох ты ж, бог ты мой! Ставим, да? Тут поставим. Вычеркиваем. Со спичный коробок. Уже, по крайней мере, не так, как вчера. Вчера выходили. Конечно, оттепель была. Мы поперлись. Тоже они еще. Умные люди. Давайте покрупнее жильчика. Такого. Чтоб на него точно клюнуло. Подзаводим под спинку. И отпускаем на свободу. Приманить нам более крупных щук. Так, ну вот мы выставили 6. Еще 4 поставим, хары. Жерличка сделана собственного производства. Ручка дельная. Экземпляр номер такой-то. Раз, два, три. Вот, умочка запомнила? Вот так надо. 3 раза. О.
Надо будет поглубже, поглубже. Так, ну сюда возьмем живчика, наверное, средней тяжести, но увесистого. Также под спиночку запускаем и отпускаем. Понял, Умочка, как делается? Вот так вот. И ставим, чтобы поймалось. Да? Ну, молодцы. Ну что, можно сказать, с почином. С почином я такая первая, друзья, трешечка. Хорошая трешечка. Oh yes. Друзья, у меня жерлица сработала. Еще одна. Еще одна. Фух. Еще одна. О. Блин. Жду захватила. Вторая щучка. Так, вот. Заглотила хорошо. Есть место. Мы знаем, мы здесь с Анечками спиннинг ловили. Они тут хорошо брали. Сейчас быстрее достанем. Вот Умка, уйди. Батя твой поймал еще одну. Две королевы. Без заколонки. Пока мы в другом месте выставлялись, мне уже Андрюха кричит: Васильич, бегом. Флажок. Бежим посмотреть. Ничего себе, Умочки затягиваются быстро. Полчаса прошло, а Умки уже затянулись. Хорошо давит. Ну что, на улице мороз. Слава Богу. Так, ну что. Смотрим, кого мы тут поймали. Не смогла растащить щучка его. Ну ладно. Спасибо, что живет живой. О, конечно, и окунь. Но все же приятно. Значит, работает тут все. Пускаем. Проверяем. Друзья, сработочка. Сработочка у нас.
за щучка. Он все-таки хочет, чтобы мы его поймали. Мотает. Мотает, 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 мотает. Мотает. Есть. Я ж так и знал. Это окунь. Окунь. Отдай. Не твое. Вот, поймали окунечка этого хитрого. Это так окунь может только баловаться. Захватил. Такой красивый. Ну, две ладошечки. Ну, приятно. Ну что, мы выставились, выставили жерлицы, можно теперь попить спокойно чайку, понаблюдать за флажочками. А красота-то какая, все инеем покрыто, ветерок юго-восточный дует, но к ручью мы чего-то не пошли, там тонковатый лед, может быть, завтра туда сходим. Будем пить чаек. Чай будем пить из чаги. Ничего другого у нас нету, да ничего другого не хочется. Сейчас поедем домой, пообедаем. Приедем через часик-другой. Ну, за хорошую рыбалку. Чтобы больше никто не проваливался. И за хороший поклев. Так, пока мы ездили тут обедать. Пока мы тут обедать ездили, тут что-то поймалось. А может, нет. Ничего себе! Он-то уже затянулся хорошо. Опа! Не. Нету. Так, ну у нас там горит еще три флажка. Пойдемте, друзья, смотреть, рыбачить, полностью. Как она приклеилась. О, сидит. Дергай. Опа. Уйди. Уйди. О, блин. Какой здоровый окунь. Беда. Блин. Сошел. Пошел огонек, какая у него рожица. Блин. Да, конечно, если бы была бы Аня, Аня бы успела бы его схватить. Я, к сожалению, не успел. Кто у нас на следующей жерлице? Сейчас посмотрим. Так, размотала. На это у меня щучка и была. На это я щучку и ловил. О, сидит там, друзья, крепко, что-то тяжелое. Опа. Блин, ушла. И в это ушла. Жалко.
То ли сильно потянулись, то ли слабо потянулись. Не поймешь, кого-то тяни сильнее, кого-то тяни слабее. Ну ладно, ушла. Придет на соседнее жерлицу. Значит, у нее повод будет вернуться. Вон, соседние жерлицы есть. Стоят. Пока тут мужики ищут золотую пешню. Вот, сейчас куча приспособлений, куча всего. А у нас, друзья, горит 4 флажка. Давайте посмотрим. Может, им повезет, и они у Дилма. Дилма. Ты глубже кидай! Глубже топи! Ничего, к концу зимы вытащим. Дошли мы до нашей жерлицы. О, ну тут, смотрю, не сильная размотка. Но замерзла хорошо. Сейчас будем смотреть. Хорошо замерзла. Хорошо замерзла. Ну да. Где-то сантиметра 3 точно промерзла. Сидит, друзья. Потихоньку. Ух ты! Матерь Божья! Кобылка, друзья. Вау! Вот это кобылка. Ого! Вот это кобылка, друзья. Первая жерлица на сегодняшнее утро. Блин! Ху-ху! По пояс! Да не, поболее! Поболее! Вот это пасть у нее! Да! Фух. Отлично! Просто великолепно! Просто. Ха! Так, ну давай мы тебя оглушим. Как считаешь, хороший улов? Заплатила. Ну вот такой трофей я сегодня взял. Свой первый зимний трофей. Отлично просто. Такая щука. Классно. Ну, килограмм 6-7. Это уже смело. Отменный.
блин, какой адреналин. Как она подергала. Подергала прям отменно. Если честно, я такую жерлицу вот так вот в зимний период на первый лед, это мой первый такой трофей. Просто проверим. Ну, спокойненько так стояла она. Фух. Спокойненько она так стояла. Так. Флажок сюда. Смотрим, кто у нас тут. Фух. Окунёшка тут. Тут сидит окунёшка. Полосатый. Ну вот, вторая жерлица и тоже сработана. Сегодня мы готовим на ужин щучку пойманную в сметанном соусе. Здесь у нас на плиточке жарится лучок. Здесь у нас щучка, а здесь у нас будут макароны по-флотски. Ох! Сегодня будет вкуснотища, ужин. 5 килограмм. Лезла все на сковородку. Вот что за щуки такие маломерные. Так, здесь лучок мы поджарили. Какой он ароматненький, золотистый. Ну и, соответственно, дошло время до щучки. Щучку сметанка заправил. И сейчас лучок обжарился уже. Кости выпрыгнули все. Вон они, собираю уже. Вот, и вот такой вот у нас. Нету, хоть сама, хоть, блядь, хоть Тима, хоть Тома, блядь, сад. Очень вкусно получается. Ароматно, запах, друзья, не передать. Теперь это все будет немножечко томиться. Так, ну, сыпаем вермишельку, обжаренный лучок. Это у нас сейчас будет гарнир на жареной рыбке. Какой аромат! Очень вкусно. Я надеюсь, чисто вермишели по-флотски с обжаренным луком и с жареной рыбкой в сметанном соусе будет великолепно. Приятного аппетита! Я флажок вижу, жерлица горит. И вот тут, походу. Так, ну что, мы приехали на рыбалку. Утро, здравствуй! Доброе утро, рыбаки и любители острых ощущений. Наступило утро, приехали мы на рыбалочку проверять наши жерлицы. Там у нас горит 2 флажка, там у нас горит 4 флажка. Но мороз сегодня ночью был такой сильный, что лунки позамерзало так, что мама не горюй. Вот, поэтому сейчас мы будем пешней пробивать все лунки, прочищать жерлицы, менять где нужно живцов. Ну и, соответственно, кого мы поймаем, мы увидим вместе с вами. Погнали рыбачить! Продолжаем чистить жерлицы. О, стоит. Здесь вот надо. Тут, друзья, кто-то у нас стоит на закрытую жерлицу. Ну, знаю, кто стоит. Кстати, я ту щуку только крючком и смог ее взять.
морда подходит, а стояла спокойненько, тихенько. Да ты ж моя умница. Что там, сильно заглотила? На закрытую жерлицу стоит. И даже тащить не хочет. Давление. Давление, друзья. Ах ты. Ну тогда извини. Что я тут сейчас буду с тобой... Как с нее кровь бомбит. Такой экземплярчик. Двушечка. Здесь же мы кидали с тобой спиннинги. Вот тут-то ловил. На спиннинге. Так, еще одна жерлица. Оказывается, флажочек прилип. И не хочет. Вот так посиненько, но подергивает. Сейчас мы быстренько луночку-то расшевелим. И будем тащить. Ну такое. Не супер. Не супер. Ну, двушечка наша, друзья. Еще одна красотка. Еще одна красоточка. Что-то я тут проверяю жерлицу. Она дергает. Ох ты! Вот это я трофея вытащил. Вот это я трофейчика вытащил. И заглотил же так. А сейчас я его аккуратненько. Ну что, умки оставим? Умка что же хочет кушать? Бедовая твоя. Поранен, она уже жить не будет. Он оторвался кусок, видать, сильно дергала. Поэтому извини, если что, Ума, твой завтрак. А может и наш завтрак. Вон клюв оторвала. Поэтому останешься с нами. Один флажок, да, поднялся там? Да, один. Еще одна подстава. Еще одна сработала. Еще одна подстава. О, у нас уже три флажка сработало. И здесь я пробивал лунку, а она стоит даже не размотана. Хорошая. Хорошая. Опа. Ух, какая шустрая. Ну вот, друзья, еще одна хорошенькая. Сразу оглушу ее, чтобы она тут не дергалась. Ух ты, матерь божья. А заглотила-то как? Давай, выключай. Еще одна жерлица сработала. Сзади еще одна, вообще не пойму, что с щукой творится. Опа, есть. Очень. Это хорошая. Идет прям, прям и отпустила. Блин, шла так хорошо, хорошо. Ну ладно, сейчас она где-нибудь какую-нибудь соседнюю возьмет. Соседнюю сейчас возьмет жерлицу.
Вот он. Змей Погорыныч. Схватил. Гонит шубу. Проверяешь жерлицу. А тут то ли кто-то есть. То ли есть кто-то. Щурогайки. Маленькие. Ну-ка. Самые крупные щуки. Просто загляденье. Ну-ка, открой. Бежи к своим родителям и скажи, что приехали два рыбака, ждут их в гости. Давай. Совсем уж маленькая. Аж смешно. А живец-то тут был хороший. Как-то непонятно. Лужок вырвало. О, и здесь сидит. Наверное. Что это такое? Ничего себе. Вот это кадр. Вот это я понимаю. Хороший улов. Хороший. Ну просто сказочно. Утро встало. 10 утра. Выехали на рыбалку. А тут прошел снег небольшой. Выгнало шуги очень много. Да. Снежок лег на лед, налить выгнал. Идет потихонечку. Идет. Хорошо идет. Тих. Ничего себе ты тут намотала. Намотала. Так, друзья. У нас сработал флажок. Но здесь передвигаться очень опасно. Лед очень тонкий. Шуги много. Иду крадучись. Но жерлица стала. Уже что, посерьезнее там подошло? Сейчас подойдем, посмотрим. Ой, как мотает. Ой, как мотает. Yes! Ух! Какенька она шустренечка! Ну вот. Очистил я луночку,
посмотрел, что-то здесь такое нехорошее. Тянет прямо. Может, окунечек сидит. Слабенькое такое. Ну, тянет. Точно. Джангл-джангл сидит. Стырил у меня живца. Вот такой окунечек. Сейчас бы здесь на удочку половить. Вот, а удочка у нас волокуша. Хорошо. Получается, раз, два, три, на третьей лунке. Щука, говорите. Большая, жирная щука. Сидит, наверное, караулит. О, хорошенько. Чувствуется. О-хо-хо. Такая щучечка. Килограмма на два. На два. Не такие, конечно, бурные эмоции, как после вчерашней кобылки. Открой. Пасть открой. Я крючочек вытащу. И потом ты можешь... О, хорошая, темная, озерная, вкусная щука. Хищный зверь. Давай. Отлично. Дети будут сыты. Поднимал, Карлович? А? Начал поднимать, щука схватила. Начал сейчас проверять. Схватила щука. Давай, 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 поднимай. Подсекай. Я снимаю. Хорошая. Хорошая. Хорошая, хорошая. Быстренько она ее. Прям вот сейчас, да? Так вот, живца потащил, даже не размотанная. Она живца потащила, она срову из-под льда схватила. Вот гуляет здесь. Нужно сдать. Да. Вот. И ты ощурился. Отлично. Рыбачим потихонечку. Шевелить, шевелить. Понял? И в руках она у меня бум, блядь. У меня тоже такое как-то было. Он и леску она даже не размотал. Я даже ее быстренько это. Ты, оно тебе зафиксировано в положении? А, уже непонятно. Да, да? Я сейчас что, я сейчас у меня живца-то нету. Сейчас сядем, пообедаем. Заварились у меня все по-халтурному доширака. Хлеб, чеснок, хлеб с маслом и горчица. Ну, на вечер приготовим что-нибудь посерьезнее. Картошечки пожаренные, может быть, еще что-нибудь. Как говорится, мы ее не ждали, а она пришла, зима. Ну, хорошо, сына. Вытащили. Кое-что вытащили. Кое-что убежало. Но в основном вытащили. Что-то доширак какой-то желтый. Он что, блин, с черноземной реки, ой, пшеницы. Ваш. Ничего себе. Это что, на? Укусили. Прикольно. Ну что ж,
Приятного аппетита, друзья. Сегодня у нас спартанский обед, потому что на 15 минут быстренько забежали отогреться. Вот, перекусить что-нибудь и побежим на вечернюю проверку. Хлебушек с домашним маслом. Так, единственная размотка. Ну, крючок подай-ка на всякий пожарный. Да, не хорошо. Ничего себе, друзья. Тут где-то поперек, что ли? Ух ты, как она бесится. Вокруг морду, смотри, намотала. Вокруг морду намотала. И вот, друзья, пробили флажок в жерлицу. Я подхожу, она как потянет. Опа. Серьезно, друзья, идет. Очень серьезно. Ой, серьезно идет. Очень серьезно идет. Очень серьезно идет. Отличный. Отличный серьезный вариант. Утро. Ну ты ж дымаешь, прелесть. Не успела сильно заглотить. Отлично. Yes! Такой под нами лед, красивый, почти прозрачный. И куча шуги гонит с берега, с болота выгоняет, все жерлицы нам замуровал. Не дает нормально, спокойно, тихо ловить. Придется жерлицы забирать домой, оттаивать их и обратно ставить, но в другом месте. Здесь невозможно. Вроде полная размотка, да то, что вчера... Я сюда перетащил в надежде. Ну, все может быть. Все может быть. Размотка полная. Если не сильно. Не сильная погода. Конечно, просто растянуло. Но будем надеяться, что сидит там кто-то. Вот такое дело. Уже бы чувствовала, что там кто-то сидит. О, сидит. Сидит. Хорошенькая щучка. Сидит. Что-то здесь хорошенькое. Ух, какая шустрая. Ай-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну да. Ну такой зачетный размер. 2 килограмма. Вот, так что сегодня щучки начали гулять. Душечка. Фу-фу-фу. Так. Хлеб на спечем.
Да. Так они у меня плоские. Нужно мне все равно. Ну, может забрать, в принципе. Домой поедешь? Домой поедешь. Поедешь домой. Андрюх, может, ты ее сегодня заберешь?